20 декабря Копейским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Баяндина в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения. Обвиняемый, являясь заместителем директора одного из торговых предприятий и материально ответственным лицом, отвечал за сохранность денежных средств. 12 сентября 2016 года около 17 часов Баяндин произвел сбор денежных средств из двух касс магазина. При этом в сейф-пакет отгрузил только часть суммы в размере 600 рублей, указав на сейф-пакете о наличии в нем фактически всей изъятой суммы. Кроме того, не произвел отгрузку формирования сейф-пакета на веб-сайте компании. То есть оставшуюся сумму в размере 17 900 рублей Баяндин таким образом похитил из магазина и распорядился указанными деньгами по своему усмотрению. Приговором Копейского городского суда Баяндину назначено наказание 2 года 3 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев. Исковые требования потерпевших о возврате денежных средств удовлетворены в полном объеме. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.